Катя, а это как это? Как камеру переделать? Ребят, присоединяйтесь к эфиру. Ты на себя делал? Нет. Развернуть его два раза. О. Присоединяйтесь к эфиру, присоединяйтесь к эфиру. Шалом, 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 пацаны. Пацаны, нужно сейчас, чтобы вы сохранили это видео и его перезаписали, потому что что будет дальше, неизвестно. Позовите в трансляцию кого-нибудь, очень важно. То есть сейчас ситуация такая, мне позвонил Леха, сказал, что к нему в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия. Вот что за нахуй, вот такой нахуй. 7 человек настолько пока... Экстренно выхожу через перископ, потому что нету возможности брать, записывать на эту тему блог, поэтому вот так, ребят. Поэтому большая просьба присоединяться к трансляции. И основание, я дозвонился до них, они только спрашивают. Основание это якобы какое-то уголовное дело. Меня только спрашивают, где я нахожусь, и все. Леха уже не смог подойти в телефон, то есть они к нему в квартиру ворвались. Да, ребят, да. И вот на вас сейчас на 9 людях, если есть возможность, то скачивайте это видео и перезаливайте в сеть. Чтобы, ну, как бы знали пораньше все, что вот такая херня происходит. Все это очень прискорбно, что так происходит, что вот так ворвались к Лехе. Ну, вот так, представляете? Нет, это не запись. Опа, какие люди, ребят, присоединяйтесь, присоединяйтесь активней. А сейчас главное, чтобы вы взяли это видео, подхватили, и вот такая ситуация. А, сейчас я... А как-то трансляцию свою можно выложить? Да? Вот такие вот дела. 12 человек пока нас смотрят. Кать, ну ты набирай, я не знаю, каким-то нужно юристам звонить. Ну. Ребят, еще раз повторяю, позвонил рано утром Леха, сказал, что к нему в квартиру ломятся оперативники. Сейчас они уже ворвались. Я уже разговаривал, я так понял, я дозвонился до какого-то... чувака, и он сказал, что якобы они ворвались по какому-то уголовному делу. Вот такие ребят. Очень кратко. К Лехе сейчас ворвались оперативники, проводят оперативные какие-то действия в его квартире. Он, к сожалению, это все заперископить не успел, но вот такая хрень. Фу-ф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 у. Итак, повторяюсь, то есть вот это видео, честно, вот хватило только сейчас ума запустить перископ, потому что момент так или иначе волнительный, и я, если честно, охерел от звонка в 7:20, поэтому вот так вот. А основания ХЗ какие? Мне не сказали никакие основания. Они просто меня, наверное, также ищут, также хотят что-то, видимо, со мной проводить, какие-то оперативно-розыскные мероприятия и тому подобное. Да, ребят, да. Вот. Двумя словами,
к Лехе ворвались оперативники. Я уже с ним не смог разговаривать, то есть там сейчас идет, я так понял, обыск. Вот в двух словах. Суть в том, что у вас вот есть это видео, и я так понимаю, это видео... Просто я это записываю для того, чтобы придать максимально быстро дело огласке. Обыск сейчас проходит по адресу, я так понимаю, Свобода, 17. Самый крайний подъезд, самый последний. Я потому что даже не знал, на какой точно квартире живет Леха, номер квартиры. Свобода, 17, самый крайний подъезд. А это зачем ты говоришь? Это нужно знать, что может быть туда какие-то люди подойдут. Хотя 20 человек, навряд ли туда кто-то подойдет. Ну, в общем, такая ситуация. Все, ребят, хорошо тогда, я отключаюсь пока и сейчас эту трансляцию у себя на стене размещу. Как-то так. Упа-панда.